Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А посмотрите, что у нас такое происходит. А у нас моросит дождик, и завтра, наверное, будет моросить. Вот такая тучка над нами. Видите, вот такая тучка стоит над нами. Ну и все, конечно, метеозависимые люди, которые чувствуют перемену погоды и такие симптомы, как головная боль, вялость, сонливость, апатия, у кого-то падает давление, у кого-то в этот момент наоборот повышается давление, в это время очень много работают скорые. Вот все это признаки дистонии, которую провоцирует изменение атмосферного давления. Симптомы, связанные с перепадами давления, они стандартны, а вот методы борьбы с ними давно обросли мифами, и когда вы приходите к доктору, в первую очередь попросите его дать вам нормальные советы, не используя при этом химию. Вот попытайтесь найти такого доктора, который сможет как-то варьировать и лечить, начать лечить. Так вот, дорогие мои, если вы думаете, что когда такая туча стоит над нами, то дождь идет, то резкие перепады температуры, все, на меня это также действует. Как справляюсь я? Легко. Как вот преодолеть вот этот туман, слякоть, как не уснуть на рабочем месте, минимизировать симптомы метеозависимости? Очень просто, особенно летом. Летом это идет дождик, не идет, я в озеро. Сразу в озеро. Самое лучшее – это вода. Это плавание, это физические упражнения. Это озеро либо море. Второе, это обязательно, у меня падает давление в этот момент, поэтому я пью кофе, но кофе это должно быть натуральное, то есть из зерен, перемалываем, делаем, растворимый кофе я не пью. Если это никакого чая, да, чтобы вы знали, потому что чай, он обрабатывается формальдегидом и другими нехорошими веществами, которые не то что пить нельзя, их вообще дотрагиваться до тела нельзя, только мертвого обрабатывать можно им. Я уже про это делала видео, и мы рассматривали, как в Китае все это делают, путешествовали по Китаю с вами. Так вот, и видели, как они относятся к сбору, как они обрабатывают чай, как они потом его складывают, какая-то грязь, какой-то кошмар и сколько там химии. Поэтому после этого навсегда отказалась от зеленого, от черного, от вообще от любого чая. И неважно, китайский это или какой, я собираю сама. У тех, у кого повышенное давление, вы не можете пить кофе, поэтому вам нужно заранее к этому быть готовым. У вас всегда должен быть мешочек с малиновыми листьями. Да, малиновые, березовые, облепиховые листья и листья смородины. Вот он ваш чай, разжижающий кровь, понижающий давление. И также фрукты, либо засушенные, либо замороженные. Теперь это ваш чай, особенно в такой период. Причем в течение 10-15 дней. Ну, у некоторых приходится всю осень пить только такие чаи. Это ваш чай. Вы можете чередовать. Сегодня чабрец, завтра шалфей с малиной, послезавтра череда с малиной, с малиновыми листьями, я имею в виду. Но и ягодки тоже не помешают. Теперь днем обязательно делаем перерыв 20 минут между работой. Я для этого, у меня есть дорожка беговая, а еще если вдруг нету, то на улице я нахожусь, выхожу 10 минут туда, 10 минут обратно. Если перерыв на работе, то ходим. Если дома, или дорожка, или зарядка. Ну и это помимо вечерних пробежек. Помимо. Следующее. Значит, ну, плавание это самое изумительное, но только не в бассейнах, потому что хлор, он испортит все то, к чему вы стремились. При любых перегрузках, да, обязательно, еще забыла сказать, мерить давление. У каждого должен быть тонометр. Если у вас нет тонометра, у нас в каждой аптеке вам бесплатно померяют давление, температуру, поставят на весы, но давление, и все вас проконсультируют бесплатно. В каждой аптеке у нас сейчас это такой порядок. Поэтому проходите мимо аптечки, зайдите, проконтролируйте себя, посмотрите ради профилактики, идите дальше.
Не проходите мимо аптек. Я имею в виду, если там можно померить давление, почему бы это не сделать? Это не значит, что вы пришли в аптеку, чтобы купить какое-то лекарство. Не надо, зачем вам лекарства? В аптеках и травки продают. Ну и последнее, пожалуй, самое главное. При любых перегрузках, в том числе и во время метеорологических изменений, магнитных бурь и вспышек на солнце, дождя, не дождя, перепад температуры, важно соблюдать правильный режим питания. Тем, кому хорошо знакома аббревиатура ВСД, это вегетососудистая дистония, важно быть осторожными с целым набором продуктов. Знаете что? Минимизируйте употребление соли или вообще избавьтесь от нее. Она вызывает отеки и задерживает в организме лишнюю жидкость. Вы знаете, что соли достаточно, например, в брокколи? Уже просто в брокколи достаточно соли. Большое количество соли в свекле уже достаточно. Зачем ее еще солить? Там и сахара достаточно. Потому что я знаю, что многие столько сахара кладут в борщ, что борщ превращают в компот. Не забывайте, соль задерживает в организме лишнюю жидкость, а сахар – это питание для бактерий и для раковых клеток. Исключите из рациона алкоголь. Алкоголь превращается в сахар внутри организма. Кроме того, что питает раковые клетки, еще разлагает, страшно разлагает печень и почки. Просто убивает. Жутко видеть сейчас молодых людей, которые ходят с бутылками в руках. То есть удовольствие идти с бутылкой в руке, пить. И вот эту вот новую такую культуру вводят. Культуру, как стать конченным человеком уже к 30 годам. И это жутко, конечно. Потому что, ну, это самый низкий уровень, когда человек идет с бутылкой. Или там, допустим, идет на ходу курить сигарету и запивает. Это самое нижайшее, это уже все ниже не бывает. Пусть даже у него хорошая курточка и кроссовочки, но ты видишь, что в 50 лет этого человека ожидает мусорка. Все. А в 30 он уже внутри гнилой. Это страшно. И это страшно. Так что исключите из рациона алкоголь, вы не будете метеозависимыми. И не только метео. И алкоголезависимыми. Нужно исключать острые блюда. Они как бы полезны, но не в этот период. Остерегайтесь любого чая китайского. Черного, зеленого, неважно, неважно. То, чем он обработан, он как раз-таки еще хуже действует на организм, чем можно даже сказать алкоголь, потому что такие химические вещества, да и алкоголь тоже, это все приводит к раку, это все рак. Это все равно окончание одно – рак. Оно вроде как, ой, мы выпили там где-то то, то, то. Знаете, окончание будет одно. Удивительно, но справиться можно с метеозависимостью благодаря сокам, овощным сокам, без добавления сахара, непокупным. И некоторые сухофрукты, овощи, и даже специи. Полезным будет все, что богато калием. А калием богата хурма, бананы, яблоки. Особенно яблоки печеные, изюм, курага, капуста. Вот сейчас капуста – это вообще номер один у меня. Томаты, петрушка, орехи. И какао. Какао, даже в формате черного шоколада, по чуть-чуть. Не пренебрегайте, дорогие мои, травами и отварами. Я уж точно знаю, что спасительная настойка для гипотоников – это элеутерокок, женьшень и лимонник. Вот эти растения, они при регулярном приеме в период погодных изменений мне очень помогают взбодриться. И я забыла, что такое головная боль. Редко бывает, раз в году где-то вот так и все. А гипертоникам помогут, вот как я уже говорила, это листочки малины, это листочки смородины, мяты, валерьяны корень, мелисса, мед. И принимать их можно в виде обычного чая. Многое другого, но вот это я так, навскидку.
Ну, и не забывайте, что сейчас, допустим, у нас такой период, что погодные условия ухудшаются. То есть плюс 3, плюс 4, плюс 2, до минус 2 там будет где-то к воскресенью, на выходных, до минус 2 ночью даже дойдет. И вот эти вот перепады, и вот эта тучка, она многих может напрягать, да и вообще справиться с этим совсем легко. И просто запишите все мои рекомендации, особенно в плане чая. Составляйте свои чаи, делитесь своими рецептами, как вы справляетесь. И у нас будет своя философия, философия здоровья. А я люблю вас, будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.